Пешеходный Магадан. Проект, инициированный несколько лет назад мэром Магадана Юрием Гришаном, продолжает осуществляться. Новый морской фасад Магадана, который преобразит набережную бухты Нагаева, давно нуждался в комфортном пешеходном спуске с улицы Портовой. В первые дни октября рабочие комбината зеленого хозяйства приступили к укладке первых ступеней. Сегодня мы приступили к укладке гранитных ступеней по улице Приморская. В работе задействована тяжелая специализированная техника, чтобы облегчить работу специалистов, потому что вес каждой ступени приблизительно около 200 кг. Все работы ведутся в строгой последовательности с проектной документацией, соблюдая все технические правила и нормы. Всего будет изготовлено около 9 лестничных сходов. Каждый лестничный сход из монтируемого КЗХ «Каскада» насчитывает 6-7 ступеней. Но там, где перепады высот больше, количество ступеней достигает 12. Все лестничные сходы будут оборудованы перилами и пандусами. На участке на улице Приморской трудится бригада из 5 человек. Всего за летний период в областном центре рабочими КЗХ отремонтировано или установлено заново 8 лестничных сходов. Работы осуществляются в рамках городской программы по благоустройству.